Шестой год подряд Лига женщин Мосдобра дарит сочинским детям возможность стать зрителями незабываемого шоу. В этом году представление в дельфинарии «Ривьеры» посмотрели юные жители Центрального и Хостинского районов. Ребята из Адлера и Лазаревки поход в свои районные дельфинарии совместили с посещением аквапарка. Зная о такой традиции, ребята каждый год с нетерпением ждут билетов. А местные меценаты делают все, чтобы эти ожидания оправдать. В городе Сочи все нас знают, и многие предприниматели знают наш расчетный счет и просто оповещают нас, что они нам перечисляют. А мы очень им за это благодарны, потому что это все идет на пользу наших детей. На их кому-то нужно творческим, на поездку куда-то, спортсменам, а кому-то вот самые минимальные препараты, которые они не могут приобрести, Лига женщин им помогает. И самое главное, что сейчас уже даже и женщины Москвы тоже к нам присоединились и тоже хотят быть членами нашей организации. Это приятно. Тысячи детей со всего Большого Сочи встретились с дельфинами-афалинами, морскими львами, белыми котиками и моржами. Каждый ластоногий по-своему интересный подарил ребятам настоящее ощущение счастья. Морские млекопитающие демонстрировали все свои таланты. Пели, танцевали вальсы ламбаду, играли в футбол, рисовали картину. Все эти красивые, эффектные номера, сопровождающиеся историями обо всех обитателях, собранных с разных концов света, приоткрыли перед ребятами дверь в мир морской фауны. Большую благодарность хотим объявить всем организаторам, всем, кто участвует, и работникам «Ривьеры», конечно, животным, которые прекрасно занимались и выступали тоже. Настроение просто на целый день. Это то, что нашим детям не хватает, вот такого необычного, интересного. Было очень круто, мне понравилось все прям, и эти дельфины, и эти морские котики, в общем, было круто. Мне очень понравилось, потому что там выдавали по танцы мороженое, и очень было весело. Ой, было просто здорово, дельфины очень прекрасные, они такие красивые, нам всем очень понравилось. Мы даже не ожидали такого. Очень здорово было. Восторг дети испытали и при выходе из дельфинария. Каждого маленького гостя представительницы Сочинской лиги женщин угостили заветным мороженым. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.